Привет, друзья! Если вы видели мое видео «Цели на 2017 год», я поставила цель, что 10 человек в топе 10, в десятке лидеров будут партнеры из моей команды. Я сейчас усиленно работаю со своими партнерами, поэтому вы меня можете не всегда видеть в топе на данный момент. Сегодня 18 февраля, меня там нет. Все силы мои уходят, чтобы мои партнеры получали своих партнеров. Итак, считаем. Уже 8 человек моей команды находятся в десятке лучших. Первое место занимает Артем Плешков, уже третий месяц. Елена Шарченкова занимает третье место. Лео из Соединенных Штатов. Андрей Ломовцев. Екатерина, кстати, под Артемом Плешковым. И Ильдар под Артемом Плешковым. Вот тоже наш товарищ Юлия Бирюкова, который работает со мной уже 3 года. И Лидия тоже в команде Артема Плешкова. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. А всего мест 10. Мы уверенно идем вперед к моей цели, которую я поставила на 2017 год. Так что наша команда самая сильная. Мои партнеры еженедельно получают задания, которые нужно выполнять. Кто не выполняет задания, получает двойки. Да, как в школе. И в итоге слабенькие уходят из нашего чата. А останутся самые сильные, которые приведут нас к миллиардам. И сами станут миллионерами. Всем пока!